Тут у меня вот хранятся стерильные инструменты, то есть у меня есть все необходимое для моей работы. В Курагинскую поликлинику врач-дерматовенеролог Юлия Бурнакова приехала из республики Хакасия. Закончила Сибирский государственный медицинский университет в Томске и решила перебраться на село. Работу нашла благодаря федеральной программе «Земский доктор». Государство в качестве поддержки выплатило молодому специалисту 1 миллион рублей. Так начинающий врач решила улучшить свои жилищные условия. Если бы не программа, вот честно, я бы сюда не приехала. Я бы работала где-нибудь в городе, это вот в любом случае. А так как тут эта программа работает, вот мне пообещали и выполнили ее, поэтому я вот призываю, пусть к нам едут еще молодые доктора. Молодых медиков привлекли не только хорошие деньги, но и возможность помочь жителям района. Начав работать, врачи были приятно удивлены условиями и оснащением рабочих мест. Население отличается, соответственно, город и село. Ну, работать везде, так скажем, ответственно и тяжело, и есть свои нюансы здесь, на селе. Еще буквально год назад в местной больнице и поликлинике штат врачей был заполнен только наполовину. За 2016 год на работу в Курагинский район приехали более 20 медиков, врачей, фельдшеров и медсестер. Благодаря земским докторам качественную медицинскую помощь сегодня люди получают, не выезжая за пределы поселка. По педиатрии мы укомплектовались полностью. К нам приехали 3 врача-педиатра. Места у нас педиатрически заняты. Терапевтов к нам не приехало ни одного. Поэтому терапевтические вакансии у нас свободны. 3 вакантных должности по Курагина и по периферии. 2 в Краснокаменке, Артемовск у нас пустой, Кашурниково. Сегодня молодые работники медицины живут в съемных квартирах. С арендой помогают краевые власти. Местные же чиновники обещают в ближайшие 2 года построить целую улицу домов для работников бюджетной сферы. Нашим районам сформированы в Кураге на участке 2 площадки, 10 одноквартирных жилых домов по улице Крымская и 2 16-квартирных жилых дома по переулку Линейных. Планируется построить. На 2017 год мы подаем документы на конкурс, они уже сформированы. Сейчас территория остро нуждается в лоре. Руководство больницы уверено, долго это место пустовать не будет. Уже ведутся активные поиски кандидатов. Укомплектовав штат районной больницы, подыскивают медиков и для отдаленных сел. Вакантные места в Курагинской больнице еще есть, но больше всего специалистов ждут именно в селах. Сельчане даже дом готовы подыскать, лишь бы у них появился свой земский доктор. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.